К теме здравоохранения. По сравнению с прошлой неделей, количество обращений белгородцев по заболеваемости ковидом снизилось на 18%. В целом, эпидобстановка в регионе стабильная. Как отметил сегодня на брифинге глава профильного министерства Андрей Конников, новые штаммы в области не обнаружены. Что касается вакцинации, сделать прививку от COVID-19 белгородцы по-прежнему могут в своей поликлинике. На брифинге говорили и о порядке записи к узким специалистам. Министр напомнил о необходимости предварительного осмотра у семейного врача. Приходит к нему, если врач видит, что нужна консультация, естественно, направляет к узкому специалисту. Это если помощь необходима в плановом порядке. Если помощь необходима быстро, то на это есть экстренная, это скорая помощь. Естественно, в каждой поликлинике работают неотложные кабинеты с терапевтом, с неврологом, с окулистом. Кроме того, Андрей Конников опроверг очередной медицинский фейк. Недавно в сети появилась сомнительная информация. Якобы некий главврач больницы скорой помощи предупредила об угрозе заражения воды холерой. Во-первых, у нас как такового СМП еще нет. Во-вторых, если это считалось городская больница Медот, у нас там главный врач мужчина, а не женщина. Поэтому мы полностью следим совместно с Роспотребнадзором, пока угрозы никакой нет. Это больше, так скажем так, фейк для нагнетания обстановки.